Алина Кабаева продемонстрировала обручальное кольцо. Недавно прошедшее в Москве шоу «Алексей Немов и легенды спорта» посетила депутат Госдумы и бывшая гимнастка Алина Кабаева. Присутствующие обратили внимание на обручальное кольцо на безымянном пальце Алины. Как оказалось, замуж Кабаева вышла еще 2 года назад. Правда, кто именно стал ее избранником, выяснить не удалось. Известно и о том, есть ли у нее дети. Гости и участники шоу Немова отметили, что настроение у Алины было хорошим, и она охотно фотографировалась со зрителями. На многих из снимков можно увидеть ее обручальное кольцо. Пользователи соцсетей решили, что Кабаева им хвастается. Отметим, что в выступлении принимали участие коллеги Алины Светлана Хоркина и Лейсан Утяшева. Лейсан позже призналась, что очень волновалась, потому что последний раз выступала около 10 лет назад.